Ну что, мои любимые, спустились мы с гор и пришли на пляж. А тут такая красота. Солнышко выходит. И людей нет почти. Там есть вдалеке поставили вот такие вот спасательные круги. Правда, я не в тапочках, поэтому даже ножки не помочу. Хотя можно снять, в принципе. Та-та-ти-та-та-та-та. Смотрите, какая красотища. Просто свидание. Привет, море! Привет! И что такое бурливое сегодня? Красота. Она снимала там в горах кучу. Вот так снимаю на Юлькин, потому что мой сел. Я снимала там видео, фото, и все загружаю сейчас. Как мы с почты шли прям оттуда, вон с гор, и шли туда вниз. Сейчас на ее телефон решила немножечко вам поснимать. Вот капелька, чтобы вы увидели, какое море, что сегодня. Обалденно. Не пришла водичка. Красотища. Не знаю, сколько сейчас градусов, но ветерок очень такой теплый. Знаете, я в шортах, в маечке, в футболочке, и мне вообще жарко, честно. Можно бесконечно так стоять. Правда, я поработала горничной и чувствую, как у меня ножки стали сильные. Я с горы спустилась. Ну, да, легче, конечно, с горы вниз. Но раньше, когда проходила там немножко какое-то расстояние, даже когда на работу шла, когда дворником работала, помните? И то так чувствовала, а приходила вся мокрая и жарко, и запыхалась. А сейчас вообще я сбежала не близко, сколько мы в автобусе ехали, вы же видели? А я сбежала как будто два шага. А сюда мочка пришла. Так что и ножки уже крепкие, и спина не болит, и все так замечательно. Так что, как говорится, оздоравливает и море, и физический труд, и так воздух, и солнце, и все-все-все. Реально. Тельце становится сильное. Хотелось хоть капельку в море показать, какое сегодня. Люблю вас, мои хорошие. Спасибо.